Здравствуйте, меня зовут Скарлетт Уилшер, и вы на канале Queen Scarlett. И сегодня у нас новости Ютуба. Пожалуй, начнем с хорошей новости. На моем канале уже 489 подписчиков. Я очень этому рада и хочу всех поздравить с тем, что вы на меня подписаны, вы мои подписчики, я вас очень люблю и очень вас ценю. У меня есть друзья в Ютубе, мне нужно много времени, чтобы придумать видео, и я стараюсь для вас, чтобы вам было весело смотреть, и чтобы вы чувствовали удовольствие от таких моих видео. Ну а теперь перейдем к плохой новости. Как мы очень хорошо знаем, что Сьюхи — это маленькие девочки, которые считаются королевой Ютуба и создают свои супер-дупер каналы в кавычках. И что я хочу об этом сказать? То, что в мире Сьюх насчитывается около миллиарды. Они уже заполонили весь мир, и все борются с этим. Даже каноны тех, кого любят эти Сьюхи, даже пытаются спрятаться от них, чтобы их не зашиприли. Да, я очень волнуюсь за тех, кто страдает из-за этого, и им приходится смотреть на это вот чудо. Но ничего страшного, у нас есть такие эксперты. Сейчас мы переведем репортаж с места назначения, где находится очень много сил. Здравствуйте, я веду репортаж на этом месте назначения под названием Мухосранск. Со мной сегодня будет Темный Ангел. Итак, мы будем вести у нее репортаж, то есть она будет отвечать на мои вопросы. Итак, начнем. Итак, мисс Темный Ангел, как вы думаете, сьюхи бывают добрыми? Нет, сьюхи абсолютно безмозглые существа. Я когда-то поговорила с одной сьюхой, вместо того, чтобы нормально поговорить вот так, ну на тихом, она начала на меня кричать, что типа Санс мой, ты что так одеваешься, ты что хочешь соблазнить его и так далее. Нет, сьюхи не бывают добрыми, они все злые и могут даже навредить нам. Но только некоторые сьюхи, которые нормальные, не шипели себя с Сансом. Вот второй вопрос. Как вы считаете, почему сьюхи пишут с ошибками и делают свою ос самую могущественную? Напяливают на нее много всяких причиндалов и делают ее очень выглазной. Не думаю, что это правильный ответ, но я считаю так. Она просто хочет, чтобы все ее уважали в кавычках и чтобы с ней делали коллабы. Ну вот как-то так. Ну а теперь главный вопрос. Темный ангел, как вы думаете, зачем сьюхи злые? И почему они шиперят постоянно себя с канонами? Им что, это нравится? Ну, я считаю так. Как бы этого сказать? Они злые, потому что хотят привлечь все внимание. И просто хотят, чтобы ее в кавычках уважали. И чтобы ее боялись в кавычках. И почему они шиперли себя с Сансом, Бенди, Биллом и другими там персонажами игр? Да потому что им просто нравится такой персонаж, и они хотят показать, что он и их персонаж в кавычках, то, что и они его создали в кавычках, то, что они типа, если они, а заметьте, что мы украли у них парня типа, и она вас типа убьет. Большое спасибо, что ответили на все мои три вопроса. Ну а теперь вы можете спокойно идти. Это был весь репортаж в Мухосранске. Ну а теперь переход к Скарлетт. Я надеюсь, что YouTube устранит эту неполадку и на наших глазах больше сьюх не появится. Ну что ж, это были все новости на сегодня. Всем до свидания и хорошего вам дня!